Анатолий, Дмитрий, Григорий. Hey, sister girl, sister soul, sister flow, чтобы мы не делали, мы все делаем для вас. Кичи, кичи, я-я, мокрый шоколад. Сережа, когда началась песня, я, конечно, так, что? Но ребята смогли сделать это по-своему, с юмором. Единственное, что Дмитрий слегка смотрится, на мой взгляд, слабее. А вообще выступление очень крутое. Спасибо. Константин. Прежде всего, я должен отметить Анатолия Цоя, который является, на мой взгляд, безусловным стержнем этой группы, человек, который одинаково силен в разных совершенно жанрах и ипостасях. Это удивительно совершенно. Спасибо. Замечательно, мне кажется, перевоплощается Гриша, и он, в общем-то, видно, что человек гибкий и в хорошем смысле этого слова готовый на все. А вот в глазах Димы я вижу некие такие, мне кажется, сомнения вообще. Куда его занесло?
то ли он делает, что нужно, или это вообще не его. Поэтому ощущение не совсем однородное. Спасибо, Константин. Спасибо. Ребята, спасибо вам. Отправляйтесь к вашей наставнице. Я думаю, что она порадуется сейчас, глядя на вас. Но не только наставница радуется. Я, конечно же, с нетерпением жду Гришу здесь снова внизу. В этих прекрасных трусах с сердцами он покорил меня еще больше. А я хочу вам напомнить, что буквально через несколько мгновений мы столкнемся с тем фактом, когда Константин Меладзе на этой сцене обнародует свое решение. И мы простимся раз и навсегда с одной из выступающих групп. Обязательно дождитесь этого. Аня, сегодня сказали, что Дима – слабое звено. Ты не боишься, что вот слабое звено может потянуть всю команду вниз? Я думаю, что Димка будет тянуться. Он обязан это делать. Я желаю вам всем удачи, Гриша. Спасибо. Гриша, мы оставляем тебя. Нет, он должен быть в коллективе. И поэтому я отправляю вас на сцену для того, чтобы услышать сегодняшний